Good afternoon, Steve. Добрый день, Стик. Спасибо вам за возможность поговорить в это непростое время. Я хочу поблагодарить вас от лица наших партнеров по всему миру. Спасибо вам за добрые слова от моих друзей из Oriflame. Сейчас wellness от Oriflame можно приобрести уже в 49 странах. Прежде всего, я хотела вас спросить, как вы себя чувствуете в период пандемии и что можете сказать об этой ситуации? Вы пережили много кризисов за свою жизнь и видели, как люди с ними справляются. Может быть, вы поделитесь советами? Думаю, что в каждой стране дают советы по телевизору. У нас в Швеции, например, вплоть до 9 класса школы все работает как обычно. В целом, шведы не очень напуганы. Основным советом для всех, думаю, будет заботиться о своем здоровье по максимуму. Укреплять иммунную систему. Тем же, кто во время пандемии и до сегодняшнего дня ничем не заболел, не стоит совершать резких перемен, так как, судя по всему, они на правильном пути. А те, кто переболел и выздоровел, могут вести себя более свободно. Три главных совета. Это полноценно питаться, стараться хоть немного бывать на свежем воздухе, двигаться хотя бы 30 минут в день и хорошо высыпаться. Потому что тогда тело восстанавливается и производит белки, необходимые для антител и так далее. Еще я бы советовал не слишком тревожиться, так как любой вид стресса ослабляет иммунную систему. Постарайтесь думать о хорошем, сохранять уверенность и хорошее настроение. И, конечно, необходимо добросовестно следовать рекомендациям по странам. Даже если вы не совсем согласны. Четкое следование правилам поддерживает чувство общности в каждой стране. И это хорошо. Спасибо. Второй вопрос. Мы получаем вопросы от наших партнеров бренда по всему миру, и в основном они о том, как укрепить свою иммунную систему и как подготовиться к возможному повторению этой ситуации, потому что сейчас все довольно нестабильно. Да, иммунная система состоит из двух частей. Лимфоцитов, которые постоянно вырабатываются в лимфатических узлах, и антител. Антитела – это белки, в основном вырабатываемые в печени. А это значит, что для их производства необходимо полноценное питание. Это важно. И это как раз обусловило появление следующих продуктов Wellness от Oriflame. Сухой смеси для коктейля Natural Balance и Wellness Pack. Благодаря им полноценно питаться очень легко, а это является необходимым условием для поддержания вашей иммунной системы. Кроме того, нам всем необходимо двигаться, хотя бы немного, чтобы укрепить организм на случай болезни. Нам нужно быть в хорошей форме. Самый важный и самый уязвимый орган в нашем теле – это сердце. Соответственно, нужно выполнять упражнения, повышающие частоту сердечных сокращений, потому что только таким образом можно тренировать сердечную мышцу. Так что этому нужно отдать приоритет. Если вы не можете заниматься на улице, можно купить велотренажер
или нечто подобное, или импровизировать с гантелями самостоятельно. Делайте что-нибудь, чтобы ускорить пульс. Это важно. В фазе глубокого сна гипофиз производит то, что мы называем гормоном роста, необходимый для построения тех миллиардов клеток, которые нужно строить каждые 24 часа. Поэтому очень важно хорошо высыпаться, чтобы организм вырабатывал все необходимые элементы. Если у вас есть враги, вы можете потерять из-за них сон. Так что сейчас отличное время, чтобы простить их и начать высыпаться. Да, это отличный совет, спасибо. Вы рекомендуете добавить в рацион сухую смесь для коктейлей Natural Balance и Wellness Pack. Некоторые люди немного боятся употреблять то, что не входит в их основное питание. Объясните, пожалуйста, зачем, по вашему мнению, использовать эти продукты ежедневно на постоянной основе? Когда мы смотрим на питание во всем мире, мы видим, что основной проблемой является дефицит белка. Белок составляет около 70% сухой массы клеток. Белок, протеин, означает первый. Большой плюс сухой смеси для коктейлей Natural Balance в том, что вы точно знаете, что получаете все незаменимые аминокислоты. Вам нужно не так уж и много этого продукта. Во Всемирной организации здравоохранения подсчитали, сколько нам нужно этих незаменимых аминокислот. И если перевести это в граммы Natural Balance, женщине весом 55 килограмм нужно 26 грамм коктейля Natural Balance для того, чтобы получить все незаменимые аминокислоты для выработки белка. Это приблизительно 1,5 ложки. А мужчине нужно 2, чтобы получить чуть больше 30 грамм коктейля или протеинового комплекса. Это отличная основа, и все равно вы получите не больше 10-15 грамм белка, а большинству людей нужно 50 грамм. Так что нет никакого риска чрезмерного использования, только отличная подстраховка. Что же касается Wellness Pack, то не у всех есть возможность есть рыбу, например. А в рыбе содержатся незаменимые жирные кислоты омега-3. В Wellness Pack есть капсула с рыбьим жиром. В ней также есть необходимые витамины, но не в больших дозах, а в достаточных, по нижней границе диапазона. Таким образом, нет риска передозировки витаминами, если вы принимаете их каждый день. Ведущий мировой ученый в области питания Уолтер Виллетт изучает различные культуры, и по его исследованиям, у всех людей есть дефицит тех или иных витаминов, так что он рекомендует принимать мультивитамины и минералы, чтобы обезопасить себя. Но это должны быть добавки типа Wellness от Oriflame, в которых количество витаминов идет по нижней границе рекомендуемых дозировок. Тогда вы можете смело говорить, что получаете все необходимые для тела элементы. И не стоит забывать, что витамины означают жизнь. Вита равно жизнь. Существует 13 необходимых нам витаминов, которые мы должны принимать, так как наш организм не производит их самостоятельно. Если мы не получаем их продолжительное время, у нас снижается иммунная защита.
Итак, это не опасно. Наоборот, нужно постоянно принимать витамины, чтобы поддерживать свое здоровье. Да, именно так. И нужно есть каждый день. Большинству людей, если вы не поститесь. Но и поститься слишком долго тоже не стоит. Думаю, эти проблемы возникают в связи с высоким ритмом жизни, большим количеством стресса. Многие люди пытаются справиться со стрессом с помощью сигарет и других вещей. А кто-то использует для этого еду. Ожирение – действительно серьезная проблема во всем мире. Да, так и есть. И часто с этим связывают диабет. С чего мы должны начать, чтобы справиться с этой действительно глобальной проблемой? Западные университеты применяют два подхода. Они предлагают внести изменения в стиль жизни, пока с весьма скромными результатами. А еще они разрабатывают лекарства, которые могли бы, например, контролировать диабет, очищать артерии от плохих жиров, и даже лекарства против депрессии, связанные с серотонином и так далее. Таким образом, существует биологический и психологический подход. На данный момент все финансирование, выделяемое на исследования, идет на медикаменты, а не на образ жизни. Поэтому здесь все зависит от каждого из нас. Здесь я вижу фантастическую возможность для партнеров бренда Oriflame. Используя свои великолепные коммуникационные навыки, убедить каждого задуматься над важностью осознанного подхода к своему здоровью. Это приведет к колоссальным изменениям. Да, я думаю, это действительно отличная возможность изменить привычки, образ жизни. Если вас окружают люди, которые вас поддерживают, вы избежите стресса и будете чувствовать себя лучше. А это изменит и другие аспекты вашей жизни. Согласна. Wellness от Oriflame – отличная возможность, чтобы начать менять свои привычки и шаг за шагом прийти к хорошим результатам. Я слышал много, наверное, тысячи потрясающих историй от Oriflame, о том, как менялись жизни людей. Вам нужно их собирать, потому что истории – лучший обучающий материал, какой только возможен. Они вдохновляют других людей сделать то же самое и увидеть результаты. Да, потому что сейчас люди не верят рекламе, а реальные истории внушают доверие. Их следует чаще рассказывать. Я получила много вопросов о кальции. Сейчас, с вашего позволения, сменим немного тему, так как в серии Wellness у нас есть комплекс «Морской кальций» и «Витамин D». Что вы можете сказать людям, которые немного боятся получить избыток кальция и тем самым навредить себе? Ведь кальций – необходимый минерал для организма. Многие думают, что чем больше, тем лучше, и принимают слишком много. Проводилось глобальное исследование, в котором одну группу людей попросили принимать 1200 миллиграмм кальция каждый день в течение года, а вторую группу – стандартную дозу 800 миллиграмм и гулять 30 минут в день. Перед началом исследования и год спустя провели сцинтиграфию костей скелета, чтобы отследить изменения. У тех, кто принимал большую дозу, не было выявлено никаких изменений, а у тех, кто гулял, кости значительно укрепились.
То же самое, если, например, сломать руку и нужно носить гипс. Спустя 6 недель в костях и мышцах будет большой дефицит кальция. Поэтому, чтобы иметь крепкие кости, необходимо заниматься физкультурой. Просто приемом кальция не отделаться. Если принимать слишком много витамина D, существует опасность кальцификации почек. Поэтому не принимайте больше 800 мг. Если хотите укрепить кости, двигайтесь. Развивайте мускулатуру. Мышцы крепятся к костям и тянут их, стимулируя укрепление. Так вы получите крепкий скелет. Это отличная инвестиция. Хорошо, я думаю, что это общий совет и для взрослых, и для детей. Особенно для детей. Двигаться больше. Хоть дети и так постоянно двигаются и очень энергичные. Да, общий совет действительно такой. Если хотите иметь крепкие кости, нужно больше двигаться. Ну и, наконец, последний вопрос. Какой совет вы можете дать нашим партнерам бренда Oriflame? Я говорил, что главная причина нетрудоспособности в Швеции – заболевание психики. Нужно что-то делать с нашим сознанием, нашими мыслями. Лучшее решение, сформированное через общемировой опыт, так называемое «золотое правило». Это по-английски. В целом это значит поступать с другими так, как вы хотели бы, чтобы поступали с вами. Кажется проще простого. Но если вы действительно ему следуете, произойдут грандиозные перемены. Вы будете так популярны, что придется периодически брать отпуск от этого. Вы станете настоящим целителем. Люди хотят быть счастливыми. Они не хотят быть одиноки. Но часто именно это и происходит. Они не знают, как из этого выбраться. Если они вдруг встречают человека, который интересуется ими и проявляет инициативу, помогая им выбраться из своей ракушки, этот человек станет им другом на всю жизнь. Думаю, это хороший совет. Я практикую его на протяжении всей своей докторской карьеры, и это исцелило больше людей, чем все мои лекарства и операции. Применять его могут все, включая партнеров бренда Oriflame. Ведь это высококомпетентные в социальном плане люди. Я знаю это по своему опыту, ведь я сам общался с тысячами из вас. Большое спасибо. Мы всегда говорим, что не нужно быть врачом, чтобы работать в области здорового образа жизни. Необходимо хотеть помогать людям прожить долгую и здоровую жизнь. Именно. И это прекрасный смысл жизни. Лучшего я не знаю. Полностью согласна. Спасибо вам большое, Стик, за этот разговор. Спасибо.